27 июля 2015 года, и мы находимся в поселке Кучугуры. Мы находимся у источника родника, который мы долго-долго искали, ехали по каким-то оврагам. И оглядывая эти бесконечные места и просторы, хочется вспомнить про квантовую физику. Все-таки снова опять о квантовой физике. Хотя я вижу, что глаза оператора за камерой прищуриваются в удивлении, потому что эта тема уже поднималась не один раз, но все-таки снова о квантовой механике. А, физике, о квантовой физике. Вокруг нас сейчас, в данный момент, если мы переключимся на свои тонкие ощущения, то окажется, что здесь никого нет. Ни меня, ни вас, ни видеокамеры, ни источника, ничего нет. Есть просто единое информационное поле, такие волны, энергии, все такое вибрирующее, пульсирующее. И значит, если я, как вам кажется, существую отдельно от вас в этом теле, а вы существуете отдельно от меня в своем теле, то это всего лишь только видимость и иллюзия. Поэтому вот сейчас, если мы есть все единое на энергетическом информационном поле, то сейчас моими глазами вы можете видеть все, что вижу я, это глазами. Вы можете почувствовать через мою кожу ощущение воздуха, который здесь вокруг есть. А более того, даже отключившись от меня, если вы переключитесь на ощущение всего вот этого единого информационного поля, то вы почувствуете все, что здесь происходит. И не только здесь, а в каждой точке пространства. И мы находимся в Кучугурах и продолжаем двигаться дальше. Удивительное название Кучугуры, но по ощущению здесь очень какое-то место, которое дает простор, свободу, радость.